Всем привет! Меня зовут Мишина Алена. Участвовала в специализации психологии. Так как у меня присутствует инвалидность по зрению, мне было страшно. То есть я не знала, адаптирована, не адаптирована. Когда я пришла писать олимпиаду, меня очень радушно приняли, помогали на всех этапах. То есть от банально переодеться до самого написания. Так как я вижу плохо, мне читали задания и, соответственно, за мной записывали ответы. Благодаря олимпиаде «Я профессионал» у меня пропал страх перед участием в других конкурсах, форумах, потому что я поняла, что такие мероприятия от России «Страна возможностей», они адаптированы, что каждый человек с инвалидностью может принять участие